Здравия желаю. Значит, продолжать опыты по схеме зарядка по схеме на базе реле Амрон. Вот она, реле Амрон. Сейчас выключу на виде. Покажу. У меня есть там коробочка. Второе, оно запас. А то не видать, это подключено. Вот оно. Вот, реле Амрон. Все, проверяем, значит, я рассказывал, что это зарядка идет через реле Амрон, используя инерцию. А сейчас уже проверяем, как я говорил, буду проверять еще до марта. Практически, значит, все сегодня произвели. Произвели зарядку. Вот она, зарядка 30 минут была. И вот сейчас лампочка, видите, от батарейки, вот она. От батарейки, вот батарейка, вот провода, вот к лампочке. Работает уже. Почти час 20 минут, а заряжали полчаса. То есть потратили 5,5 ватта. Лампочка на 7 ватт. Это уже 7. Ну уже где-то 10 ватт. То есть уже вдвойне больше. И еще она не садится, еще проработает еще часа два. То есть окончательно узнаем результат, сколько КПД тут. Когда лампочка погаснет, это может еще 3 часа пройдет. Тогда узнаем. Сейчас пока, ну сейчас пока уже видно, что уже КПД в 2 раза. Вот, вот видите, 30 минут было и 5,5 ватт за 30 минут съедает с помощью реле Амрон. Как система работает, я, по-моему, показывал, но еще раз покажу. Сейчас. Это, может, кому интересно. Вот она. Значит, выпрямитель. Так. И вот сеть. Сеть к счетчику. Тут реле Амрон. Вот оно, реле Амрон. Так. Значит, тут 0,1 секунда включена, 0,1, 0,4 выключена. И вот от выпрямителя идет, значит, здесь вот счетчик, а здесь батарея, вот она, вот, батарея. Так. И вот она, когда, значит, ток пошел сюда, вот сюда. Она же дает обратно ток батарея. Так вот. 0,1 секунду он пошел. Потом раз, выключили. Что происходит? Отсюда подачи нет. Но здесь стоит. Диод вот стоит. Вот это здесь вот. Выпрямители. И от диода отражается это все. От диода вот. Вот этот вот обратно. Этого нету уже. Так, подачи нет. Он отражается от диода. И обратно сюда. То есть получается, значит, здесь мы дали импульс один раз на 70 ватт. 0,1 секунды. А потом еще получается обратка. Ну, уже меньше, конечно, где-то 40 ватт. Раз. В течение 0,4 секунды, это где-то 40 ватт идет. Вот такая схема. Вот сейчас проверяем практически, то есть это я показывал уже. Как вот сейчас видите, 1 минута 22, то есть еще горит. То есть уже она, уже КПД видно, что 10 где-то уже, а 5,5, то есть уже почти в 2 раза КПД. И еще будет гореть. Я думаю, часа 2-3.
Ну, посмотрим, завтра еще ролик дадим.